Днем рождения, Россия! Днем рождения, Россия! Днем рождения, Россия! Второй этап конкурса «Поздравь Россию с днем рождения» стартовал. Из 70 заявок из 26 муниципалитетов Самарской области для участия в народном голосовании экспертный совет отобрал 10. Все флешмобы совершенно разные. Жители Шанталинского района, к примеру, помимо обычных видеопоздравлений, еще и спели. Не была б России, не была б меня, ты моя надежда, ты судьба моя. Россия – страна многонациональная, и об этом напомнили жители Челновершинского района. Поздравили с днем рождения на различных языках. Россия, шачумачи марто! Россия, с днем рождения! Россия, с днем рождения! Жители Кинельского района, в свою очередь, решили рассказать о малой родине. Я родилась в городе Меликес, Ульяновской области. Я родился в Киеле в мае 41-го года. Я родился в Самаре. Лучший флешмоб определит народное голосование. Оно проводится в сообществе культурно-досугового учреждения Самарской области в соцсети ВКонтакте. Продлится до 15 июня. Дарья Зотова, Роман Опарин, Новости губернии.